Всем привет! И снова это видео я снимаю не одна. И да, сегодня я купила Дженгу Бум. Очень-очень клевая игра. Очень-очень мне нравится. И давайте поставим эту башню на камеру. Тебе удобно, блин? Да. Я думаю, мы начнем. И да, ребята. Со мной Полина Вэй. Не забудьте подписаться на ее канал и на мой. На Софию Вэй. Я думаю, мы начнем. Да, блин? Подожди, только поставим на камеру так, чтобы нас обеих. Не знаю. Ну что, я первая. И эта Дженга непростая. Она с фантами. Фанты это у нас... Вопросики. Осторожно, давай я возьму. Нет, это тоже фант. Блин. Есть фанты? Нету. Дальше давай. Осторожно. О, есть. Читай. Креатив. Придумай рекламный слоган любого названному игроками предмету. Что? Прочитай, пожалуйста. Креатив. Придумай рекламный слоган любому названному игровому предмету. Короче, не нравится мне. Ладно. Нету? Дальше, блин, расскажи. Осторожно. У Полины есть, и давайте посчитаем. Совсем взрослым нарисуй усы и оставайся с ними до конца игры. Рисуй усы. Вот, бумажку сейчас тебе дадим. Усы рисуй. Это ты рисуешь? Так-то это... Вообще-то это тебе выпало. Но. Тебе? Ну, ты рисуешь. Я не усы рисую. Блин, нарисуй. Такие усы. Ну, слышали? Ну что, симпатичные, да? Надевай усы. Вот с ними до конца играть. Одевай усы. Одела. Ну вот одевай. Так одевай. Так меня удобно держай. Ри. Одевай. Дальше. Полина, нет у меня. Скороговорка, скажи батон, буханка, баранка, баранку испек, пекарь испек позаранку. Батон, буханка, баранка, баранку, батон, буханку, баранку, пекарь испек позаранку. С позаранку. Я не знаю, короче. Не умею я говорить эти слова. Давай. Пей до дна, выпей бокал с напитком без помощи рук. Прошу, бери, иди воду простую. Невозможно без рук выпить. Возможно, я пила уже. И мне. О, мне тоже попалось. Ты муравьед. Покажи, как ловко ты добываешь еду. Все, поел. Как я добываю еду? Ну, да просто как. Ладно. Вот, Полине берем. Давай. Совсем взрослый нарисую усы. Это уже было. Таскиваем снизу. Очень страшно, потому что уже нету этих... Фиговых игрушек. Ой, давайте мне. Пора есть. Изобрази обезьяну. Выпрашивающий банан. Все, изобразил. Давайте дальше. Один только упал. Блин, у меня скоро упадет все. Полина принесла воду. Пошу, пей. Я говорю, невозможно выпить без рук. Пошу. Так, попробуй. Без. А я говорю, невозможно без рук. Вот попробуй без рук выпить.
ты руками-то не держи. Она упадет. Да вот именно что невозможно. Я попила без рук. Давай дальше. Ой, у тебя мания величия. Нарисуй свой автопортрет. Блин, понеси мой автопортрет. Я его как раз вчера нарисовала. Я пока что вытащу за Полину. Нет. Да. Нет. В. Да. Да? Смотри. Вот я. Да, раньше я мечтала о розовых волосах. Это я, кстати, нарисовала. Давай дальше. Ты задолбала за меня вытаскивать. Давай, вытаскивай. И что, какую? Не знаю. Давай, читай. Йо, слышишь, чё? Прочти стихотворение Александр Сергеевич Пушкин в рэп-обработке. Ой, йо, йо. Написано, йо, слышишь, чё? Ну, смотрите. Йо, слышь, чё? Прочти стихотворение Раб С. Пушкина в рэп-обработке. Ладно, давай мне стих Пушкина. Прочту я за тебя. Потом ты попробуешь. Слышь, йо. Стихи Пушкина. Слышь, чё, йо. Йо, слышь, чё? Ладно, давайте. Боже мой. Недавно тихим вечерком пришел гулять в рощу нашу, и там у речки под дубком увидел спящую Наташу. Вы знаете, мои друзья, Наташа вдруг подкравшись, я поцеловал два раза смело, спокойно, девица моя. Что? Во сне вздохнула, покраснела. Я дал ей третий поцелуй. Она проснуться не желала. Тогда я ей засунул хуй. Чё? И тут затрепетала. Хуй. Давай, теперь ты читаешь. Я не буду это стихотворение читать. Ладно. Что такое тогда? Ладно, такое. Что? Я вот так вот. Йо, я любил ее. Давай. Я вас любил, я вас любил. Давай. Любовь еще... Любовь еще быть может в душе моей. Угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил. Полина, камера тебя не видит. Безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью, то томим. Вас любил так искренне, так нежно, когда его Бог любимый быть другим. Полина, вот теперь этот прочитай, который... Нет. Ну ладно, я прочитаю. Недавно тихим вечерком пришел гулять в рощу нашу, и там у речки под дубком увидел спящую Наташу. Вы знаете, мои друзья, к Наташе вдруг подкравшись, я поцеловал два раза смело, спокойно, девица моя... Во сне вздохнула, покраснела. Я дала третий поцелуй. Она проснуться не желала. Тогда я ей засунул хуй. Что это означает? И тут уже затрепетала. Что значит хуй? Пушкин, ты какой-то дебил. Уж слишком. Ну что, давайте Полину теперь вытаскивать.
Йоу, слышь, чоу. Все? Нет, я не знаю, как вытащить. Вот это вытаскивай. Тихо, нет. Воды. Вот это. Тю-тю. Вот это может. Так вытаскивай. Не надо, я тебя прошу. Нет. Все. Пусто. Давай дальше. Вытаскивай это. Пусто. Дальше. Вот здесь вытаскивай. Ой, вот это вытаскивай. Все. Да, ребята, да, ребята. Я разрушила, и я проиграла. И да, всем пока-пока, потому что это было все, это было то все. И да, сегодня мы даже прочитали стихи Пушкина в стиле хип-хопа. Не забудь поставить лайки, каки-лайки-каки. И вот так вот, всем пока-пока. Я вас люблю. Выключи камеру.